Привет всем, дорогие друзья, с вами Димка. И мы продолжаем прохождение игры Wolfenstein Новый порядок. И наша новая задача — найти радиорубку. И давайте же, друзья, поможем Блажковичу найти эту радиорубку. Ну и, конечно же, посмотрим, спустя четверо суток, где оказался сам Блажкович сейчас. Обнаружен сигнал, где-то рядом офицер. Ого, это да, это серьезно. Интересно, где мы находимся. Ну, мы это скоро проверим. Ну, что-то мне так подсказывает, что мы на подводной лодке. Так, глушитель патронов у нас маловато, это да. Как бы их так зачистить? Опа. Кричат они, кошмар. Блин, там еще один шакал пошел. И плохо в ту сторону. Ну что ж, я буду надеяться, что он его не заметит. Да, это замечательно. Ага, вот еще один. Только мозги чвиркнули по стенке. А вон и офицеришка наш гуляет на втором этаже. Надо такой поймать промежуток, когда он будет здесь проходить. Главное не сплоховать. Ох, нас кренит вроде бы как. До свидания, офицер. О, кто-то... Толстячок. Не, но он нас не увидел. И не обнаружил, не заметил, да... Все пока тихо и спокойно. Ох, быстро прошел. Ой, нафиг ты так кричишь, дядя. До свидания. Что это за звуки такие? Так, ну, по-моему, чисто. Блажкович, хватит пистолетом играться. А, потерялся. Кепочку отдай, да, дядечка. Как жалко, она упала. Сейчас мы за ней смотаемся. Еще б найти эту панамку теперь, где она тут. Ага, вижу. Отлично, мы ее разыскали.
Да, друзья, давайте посмотрим. Вот. Торпедный отсек. Одним из ключевых шагов военно-морской стратегии нацистов стал выпуск подводных лодок нового поколения. Даже самые крупные корабли союзников уничтожались одним залпом торпед. Так нацисты завоевали господство на море, а вскоре и во всем мире. Вот так вот, друзья, мы все-таки, да, на подводной лодке. Что ж, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Матрос. Посмотрим на матроса. Давайте сейчас, если он не выскочит. Или карта подсвечивает, надо ее забрать. Матрос. Пехота, специализирующаяся на ведении боевых действий на море. Стандартное снаряжение, легкая броня. Будем знать. Матросики. Не, друзья, я пошутил. Конечно же, будем с глушителем работать дальше. Ай-яй-яй, извините. Ой-ой-ой, как они нас не заметили. А много их там, кошмар. Так, обойти у нас не получится их. Ну что ж, мне кажется, не, они поочередно ходят, может быть и получится. Не кричи так сильно, пожалуйста. Проснулся. Ого! Сразу двое, вы видели? Шайзе! На тебе спать! Два брата-акробата сразу выглянули вдвоем. Ого, у них тут кубрики. Бронька нам не помешает. Ножики, ножики. Главное так в кубрик не ворваться, чтоб там человек 10 сразу не сидело. Геночки вовремя подоспели. Прикольно они ножичками играются, в подушке нож торчал. Золотишко, давайте посмотрим. Вот золотой поднос. Да, классно. Классно немцы, фашисты точнее, живут. Золотых подносов на подводной лодке питаются. Thank you.
Я тебе верю, дядя. Ты гарантируешь. Ramona writes, July 6th, 1941. The Nazi appears to be overly devoted to his police station. I learned this while tossing grenades into the building. 7 grenades went in, but not a single Nazi came out. Does killing Nazis make me a murderer? Don't know. Don't think so. I'm not a soldier, but this is what soldiers do. And I have to steel myself from emotion, like a soldier does. Да, винтовая лестница. Ну, я чувствую, сейчас что-то начнется. Вот даже нам броньку подготовили. Наверное, какие-то суперсолдаты пойдут. August 9th, 1941. The Nazi appears to be highly gullible. I learned this as I pretended I was drowning and he dove in to save me, body armor and all. I had only to apply the gentlest of pressures to push him down until he stopped struggling. I am pregnant. It's not showing, but I think mother suspects. I've decided to find an apartment for myself. Да, Аня нам рассказывает страшные вещи. Ого, рикошет какой. Ой-ой-ой, понятно, да, с пистолетом здесь как раз тот случай. Когда ты сдохнешь уже, чудовище? Ну это, наверное, не так все просто будет. О, какая броня у него. Понятно. Как тебе такое, а? На куски разорвало. Матросик, на тебе приход. Ой-ой-ой, что ж у тебя такая? Мне обещали, что будет слабая броня у матросов. А тут на тебе, я в него в упор стреляю лазером, ему хоть бы что. А, только брызги полетели. Ку-ку, мой мальчик. Бедненький, аж разлетелся. Да, прикольно их с этой пушки мочить. Вы что так меня пугать?
Вот это коммуникация у них здесь. Ramona writes, September 3rd, 1941. The Nazi appears to be a reckless driver. I learned this after I cut his brake line and his car went over a cliff as he drove down the mountain. I didn't see it happen, but there was a picture in the paper. I had a friend at the university who successfully terminated her pregnancy through consumption of pennyroyal oils. I have written her for instructions. Интересно, что это за пушка там такая? Пистолет, не пистолет. Это, я думаю, сейчас вниз мы, друзья, спустимся и там уже определим. Ха-ха, запачкали им тут. Каюту, не каюту, кубрик какой-то или что-то. Да, многовато, многовато. Рикошетом его. Видели, как его порвало? Отдай мне свой автоматик. Что это тут за сияние такое? Ничего себе. Ух, какой он лютый! Когда ты уже там лапы склеишь? Ох, аптечка, кстати. Гренку хавай. Потушите уже свой сигнал. Так, куда ж нам?
Вот я вижу уже этих гадов. Нечего там красться. Поднять буи наше задание, да? Ну давайте поднимем. Подводная лодка. Исследовал изобретения, найденные в одном из тайников Дайт и Худ, нацисты смогли укротить энергию расщепленного атома. Сперва на основе этого открытия они создали атомную бомбу и уничтожили Нью-Йорк. Затем тот же принцип стал применять и в других разработках. Например, были созданы подводные лодки с атомным двигателем. Да, конечно, такая не маленькая подводная лодка. Мы их успеем поднять. Сейчас давайте здесь пособираем документацию. Аптечки. Броня. Так. Ну что ж, давайте приступим. Буи пошли. Замечательно. Блажкович, диверсант. Его, друзья, наш верный друг прилетел на волшебном вертолете. Наша новая задача — идти за Сетом в убежище. Ну что ж, друзья, давайте туда отправимся. И Сет нам покажет тайны Атлантического океана. Да, хорошее убежище. Посмотрите, друзья, какая красота. Обалдеть, рыбки плавают. Как говорил один комик, обалдеть! Иду, иду, сейчас вот только здесь нажму. There was many among us who wanted to even the balance of the war, but things happened fast. Понятно, не пускайте меня, так я найду свой путь. We have begun
to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. All the time there was hope, till the Nazis dropped the atom bomb. Well, there was no hope then. I remember when the Das Yuchid would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open, but now... Now, I think we may be the last to visit. Бедолаги, крадутся. Сейчас Сет пошаманит, и все будет классно. Да не переживай ты так, все будет хорошо. Ну вот я следующий пошел. Фух, наконец-то. Кислород. Круто, да? Это тайное хранилище. Ничего себе, управляет электромагнитным полем. Ух ты, интересно. Шестиконечные звезды он там. И походу все реликты. Реликвии все там, по-моему. Я могу ошибаться, но по-моему да, друзья. This is Das Yuchid Prism to make your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing. Ух ты, нам надо забраться вот сюда внутрь. This is an ancient place. Ну, давайте попробуем. Золотишко, не бойся. Ух ты, вот это да. Давайте попробуем. Ага, понятно. Ну так. Ура, друзья, у нас получилось. Давайте подзарядим наш чудо-лазер. И опустим платформу. Не притворяйся, Сет, ты еще бодрячком. Поехали. September 14th, 1941. Pain unbearable.
won't stop bleeding. Это, друзья, мне напоминает Пятый элемент. Когда профессор там в пирамиде расшифровывал тоже такие символы. Ух ты, цацки какие. Ой, лучше не играться. А что тут полезного есть? Ага, золотишко есть. Ночной горшок. О! Это прям как у Макса. У Максика. Только золотой. Игрушечный робот золотой. И корона пригодится нам. Так, все пособирали. Вроде бы как все. Так. Ну что там, Сет? Разгадал? Ничего себе, так это Железный Человек. Вот это костюмчик. Гибралтарский пролив. Новая задача — использовать шпендель вращения. Но это, друзья, будет уже в следующей части. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует. Всем пока!